В этом году в поселке Агинское впервые появится свой пляж. Рекреационный водоем входит в проект строительства сооружений инженерной защиты поселка от затопления паводками и водами. В рамках федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья» на период до 2013 года в 2007 году началось строительство дамб. Необходимость строительства была обусловлена систематическими затоплениями заречной части и ряда улиц юго-западной части окружного центра. По данным анализа и мониторинга, защитные сооружения предотвращают экономический ущерб в 2 и более миллиардов рублей. По берегу реки Ага, согласно проектной документации, предусмотрено строительство дамб общей длиной более 8 километров, берегоукрепительные работы и строительство рекреационного водоема. Строительство рекреационного водоема связано с началом строительства объекта, строительства инженерной защиты поселка Агинское от затопления паводковых вод реки Ага. Сегодня завозится гравий, выровненные берега водоема. В планах обустройства вообще пляжа, это значит строительство туалетов, летних навесов для торговли. Также в планах озеленения, конечно. Водоем, где разместится пляж, будет обеспечен водой из естественных источников и через песчано-гравийные фильтры из реки Ага определен путь стока воды. Объект на сегодня подготовлен более чем на 80%.